Здравствуйте, мы расскажем об основных событиях парламентской недели и коротко о главных темах выпуска. Важный отчет, о чем спрашивали депутаты главу региона. Его открытие ждут тысячи пациентов. Приморский онкологический диспансер. Что сделано? Вейпы не для детей. Парламентарии ограничивают продажу электронных сигарет. Пройти современную диагностику и лечение рака, не выезжая за пределы края, приморцы смогут уже с осени этого года. В Приморском онкологическом диспансере завершаются строительно-отделочные работы и начался монтаж оборудования. В этом убедились краевые парламентарии. На днях они вновь побывали на объекте. С очередного визита депутатов прошло совсем немного времени, и уже снаружи перемены видны невооруженным глазом. Появились асфальт, бордюры, ливневки, заканчиваются работы по благоустройству. В самом центре начали устанавливать современное оборудование. В это помещение просто так не войдешь. Здесь будут размещаться два линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии. Поэтому двери и стены особенные. Самое страшное – это нейтронное излучение. Поэтому здесь потолки по 2 метра, стены по 2,5. Часть диагностического оборудования уже установлена. С помощью этого высококлассного компьютерного томографа можно проводить до 6000 исследований в год. К слову, пока для такой диагностики приморцам приходится ездить в Хабаровск. Те квоты, которые у нас существуют сегодня на Хабаровский край для этого метода исследования, так называемой сцинтиграфии, составляют порядка всего лишь 50 исследований в год. Соответственно, у нас будет возможность этих пациентов обследовать на месте, не отправляя никуда-то. И многие пациенты вынуждены где-то проводить исследования за деньги. В данном случае это же будет, опять же, за счет для пациентов бесплатно, за счет полиса и средств обязательного медицинского страхования. Готовность онкодиспансера 95%, говорят специалисты. После пуска наладочных работ и получения необходимых документов центр откроет свои двери для первых пациентов. У нас очень тяжелая ситуация в Приморском крае. Заболевания в онкологии. Сотни людей стоят в очередях на получение специализированной медицинской помощи. Некоторые вынуждены уезжать за ней в другие регионы, в Хабаровский край. Поэтому для нас очень важно было сделать все, чтобы жители Приморского края получали необходимую помощь именно в Приморском крае. А для этого нужно было создать соответствующие условия. Приобрести необходимую аппаратуру, разместить ее. И в этом плане как раз мы и решали вопрос, чтобы все это было сделано в ходе соответствующих пристроек действующему онкологическому диспансеру. 2 года назад фракция «Единая Россия» в законодательном собрании жестко поставила вопрос, выделили по согласованию с администрацией края необходимые средства. И сейчас вот на протяжении 2 лет монотонно отслеживаем процесс строительства и ввода в эксплуатацию. В палатах предусмотрено все для удобства пациентов. Кнопки экстренного вызова, санузлы, интернет и радио. Но комфортно должно быть не только внутри. Внимание парламентариев, парковкам и подъездной дороге. Очень большой кластер больниц. Тут и онкоцентр, и тысячеклоечная больница скорой медицинской помощи №2. И много других больниц. Естественно, здесь мы должны, то есть и край, и город стараться делать здесь очень хорошие и парковки, и дорогу. Ожидается, что новый онкоцентр примет первых пациентов уже в сентябре. До этого момента депутаты не собираются ослаблять контроль. Майская сессия краевого парламента началась с отчета главы региона перед законодателями о работе администрации Приморского края за прошлый год. Это ежегодная процедура, но фактически временно исполняющему обязанности губернатора пришлось докладывать о работе предыдущего руководителя и его команды. К своим обязанностям он приступил только в октябре прошлого года. Но в своем выступлении Андрей Тарасенко говорил и о планах на ближайшее будущее. Затронул важнейшие сферы развития края. К сожалению, сегодня в крае большое количество школ не соответствует современным требованиям обучения. Во многих из них необходимо провести капитальный ремонт. Более 17% школьников обучаются во второй смену. Для решения этой проблемы в 2018 году предусмотрено более 500 миллионов рублей на строительство новых и реконструкцию уже существующих школ края. Андрей Тарасенко сделал акцент на работе по привлечению молодых специалистов в сельскую местность. Для этого их необходимо обеспечить жильем, а местным главам плотнее работать с учебными заведениями. Большое внимание было уделено развитию сельского хозяйства, демографической политики, медицины, здравоохранения, культуры. Те вопросы, которые сегодня волнуют жителей Приморского края, волнуют и нас, как народных избранников. И те вопросы, которые в ходе отчета прозвучали, еще раз подчеркнули, что у
Андрея Владимировича, у администрации нынешней Приморского края есть понимание этих проблем и, самое главное, есть понимание, как их решать. Искренне переживаем за тот уровень образования, который на сегодняшний день есть в Приморском крае. И на наш взгляд он крайне низкий. И тот план мероприятий, который мы хотим составить совместно с администрацией Приморского края, по крайней мере, нам позволяет внушать себе оптимизм и жителям Приморского края, что мы и образование выведем на более качественный уровень. Мы видим, что у Андрея Владимировича есть желание исправить ситуацию, есть вполне неплохая, на наш взгляд, команда профессионалов, которые готовы это сделать. Но принципиально важным наша фракция видит прежде всего исправление дел на местах. Большое внимание вопросам экологии, в частности, затронули проблему со свинокомплексом в Спасске. Глава региона лично выезжал на место, чтобы выяснить причины недовольства местных жителей. Регулярно происходит взаимодействие с избирателями, ну и с жителями тех районов. Действительно, запах есть, действительно, все отходы сливаются на поля, в конечном итоге прям протягивают специализированные шланги, выкачивают их и в речку сливают. Органы очень слабо начинают реагировать. Хотелось бы именно вот этого, да, в формате не просто как-то сказать, что есть такая проблема, а мы хотим также поучаствовать в решении этой проблемы. Депутаты обратили внимание главы региона и на проблему мусоросжигательного завода в Владивостоке, который уже много лет вызывает недовольство жителей ближайших домов. Это непростой вопрос, повторюсь. Здесь очень много моментов. Это и повышение культуры населения, да, например, сортировки мусора. Да. К сожалению, у нас у приморцев пока еще нет культуры раздельного сбора мусора. Это и работа с региональным оператором по сбору утилизации ТБО. Это и вопрос, собственно, утилизации мусора. Всего же на майской сессии депутаты рассмотрели более 40 вопросов. И сейчас о некоторых из них. Облегчить ипотечное бремя позволят поправки в краевой закон. Теперь можно будет рефинансировать жилищный кредит и при этом получать компенсацию из краевого бюджета. Изменения в закон о социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования депутаты поддержали на майской сессии краевого парламента. Напомним, в Приморье действует закон, по которому можно наполовину снизить проценты по ипотеке. При этом дом должен быть новым, а сумма кредита не более 2,5 миллионов рублей. Краевые депутаты предлагают расширить действие этого закона. Сегодня, согласно этого закона, мы предложили, и в общем-то это правильно, чтобы, допустим, человек мог брать в пределах 2,5 миллионов ипотечный кредит и использовать его для своего строительства. 31 мая во всем мире отмечается День борьбы с курением. И так совпало, что накануне этой даты краевые парламентарии поддержали законопроект, ограничивающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Так называемые вейпы сегодня очень популярны среди подростков. Появилась даже некая субкультура, непременным атрибутом которой стало парение с помощью электронных устройств. Но вот их влияние на организм до сих пор является предметом научных споров. Между тем, во многих регионах страны по ограничениям электронные сигареты уже приравняли к табаку. Необходимо нам все-таки запретить продажу этих вейпов и в первую очередь запретить эту электронную доставку, вот, продажу, потому что сегодня очень массово употребляется, потому что дети сегодня пользуются все интернетом, и вот эти электронные доставки, электронные продажи необходимо ограничить. Те вещества, которые находятся в этих картриджах, да, в этих вейпах, они тоже всасываются. И очень многое зависит от того, что находится в этих картриджах. Ну, скажем, есть варианты, которые вот там люди делают самостоятельно, может быть, туда даже никотин не примешь, что по сути это вот парогенераторы, которые используют в лечебных целях. Но в лечебных целях их не используют каждый день и до бесконечности. Если же это принимать постоянно, то за счет этого парогенератора испарений, то есть вещества более плотнее оседают на легких, в легких, и тем самым создают дополнительный патологический эффект. Мы продолжаем рассказывать о работе парламентариев на своих округах. И сейчас о главной проблеме, которой занимаются депутаты от Партизанского городского округа. Ну, вот одна из проблем Партизанска, она давняя на самом деле, это дороги. Это муниципальные дороги. Их содержание, их ремонт. Всегда не хватало денег на это, не хватало техники. Есть проблемы с муниципальным
предприятиям. Но, тем не менее, совместно с администрацией Приморского края в этом году финансирование, софинансирование увеличено в 2 раза для Партизанска. Это около 20 миллионов. Поэтому это позволит закрыть острые вопросы нашего города. Это и центральная улица, есть места сложные для проезда. Это улица Фабричная в сторону зверосовхоза. Поэтому я, Александр Иванович Лось, депутат по мандатному округу, совместно работаем. Поэтому финансирование увеличено. Я думаю, что в течение вот этого сезона летнего многие вопросы будут закрыты. Они молоды, энергичны и готовы помогать в развитии Приморья. Молодежная парламентская ассамблея при законодательном собрании объединила около 500 активистов. Какие вопросы поднимали перед властями волонтеры, КВНщики, бойцы студенческих отрядов и молодые предприниматели? Сейчас расскажем. Валентина Нестуля – руководитель вузовского студотряда. Скоро отправится в дальний путь. Будет проводником в поезде «Москва-Владивосток». Других бойцов ждут стройплощадки, детские лагеря и, конечно, Путина. Это и сложно, и интересно, и самое главное – захватывающе, потому что это новые знакомства, новые места. Это все-таки опыт для работы, и это официальное трудоустройство. Парламентарии готовы оказать поддержку студенческим отрядам. Задача – развивать это движение в городах и районах. А некоторые депутаты и сами когда-то с гордостью носили значок бойца, чем вызвали аплодисменты зала. У меня первая запись в трудовой книжке «Рыбам рабочих». Информационная безопасность детей, поддержка молодых предпринимателей, развитие общественного самоуправления. Молодежь подняла совсем не детские проблемы и предложила конкретные решения. Изменения в законодательство и государственные программы. Я была экспертом на проектной площадке «Безопасность, информационная безопасность несовершеннолетних». Молодежь Приморского края выразила свою готовность заниматься этой серьезной проблемой. И все предложения, которые были, они имеют право на жизнь. К молодежи можно по-разному относиться. Да? Можно относиться потребительски с точки зрения какого-то ресурса, да, а можно относиться с пониманием, и эта мысль прозвучала, что молодежь – это те люди, которые завтра, а уж послезавтра-то точно, заменят тех, кто сегодня олицетворяет власть. Сегодня молодежные общественные движения объединяют около 20 тысяч человек. Они помогают ветеранам и инвалидам, детям-сиротам, благоустраивают скверы и парки, играют в КВН. Поддержка молодежного движения сегодня задача государственной важности. Поэтому краевой парламент тесно работает с молодежным парламентом и советом молодых депутатов. Я должен сказать, во-первых, слова благодарности законодательному собранию Приморского края, что оно постоянно работает с молодежью, с молодежным парламентом, с советом молодых депутатов. Проводят вот подобные заседания, когда обсуждаются очень важные вопросы. Конечно, это очень хорошо и для региона, и для наших молодых людей. Сегодня вместе со старшими коллегами, законодателями, молодые парламентарии работают над главной задачей – создать условия, чтобы те, кого называют будущим края, его не покидали. В любом случае, наверное, в этом плане мы будем работать и предлагать некий другой, наверное, подход. Понимаем мы сегодня уже, конечно, что это связано и с уровнем заработной платы, и в первую очередь с жильем для молодых специалистов. В День защиты детей краевые парламентарии посетили своих подшефных – воспитанников Спасского и Арсеньевского детских домов. Парламентарии приехали с подарками, бытовой техникой, серией научно-познавательных фильмов и, конечно, сладостями. Напомним, в прошлом году шефы подарили Спасскому детскому дому оборудование для кинозала. Ну а накануне ребята посетили Владивостокский цирк. В город приехали на новых автобусах, которые появились в центрах при содействии депутатов краевого парламента. Я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа, зовут, зовут к себе они толпу народа. Первый раз в этом цирке. Ни разу не был. Я здесь увидела клоуна на больших ногах. Хорошо, что нам выпал шанс сюда приехать. Я счастлива. Таковы были итоги парламентской недели. Об этом и многом другом на нашем сайте zspk.gov.ru. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. Всего доброго и увидимся.